Эпизод второй. Международный аэропорт Инчхон. Американская тренировка KQ Fellas. Мы снимаем видео? Ребят, он засек Чонхо, Юсана и Уйона. Мы видео снимаем. Ой, так это видео? Классно. Прежде никогда не видел чего-то подобного. И миленько выгляжу. В США мы будем танцевать, но развлекаться же тоже будем, верно? Куда вы хотите сходить больше всего? Я взял с собой волшебную палочку для Universal Studios. Я хочу ей воспользоваться, поэтому обязан сходить туда. Universal Studios и зоопарк. Как бы я не любил туристические местечки, все же больше хочу посетить танцевальную академию. Для меня тренировки важнее, чем игры. Как я и думал, Хён потрясающий. Сейчас мы пройдем регистрацию и отправимся в США. Наконец-то мы едем. Это все кажется нереальным. Да, наконец-то. Не думал, что этот день наступит. Впереди 14 часов. Только в самолете 12 часов. Сложим наши руки вместе. LA, вперед! Выходим! Вперед! Сделаем это! Окей, ребята, паспорта над нашими макушками. Пойдемте. Идем. Увидимся. Хорошей поездки. Раз, два, три. А сейчас мы взлетаем. Наконец-то это происходит. Совсем скоро мы взлетим. Я очень нервничаю. Разве ты не должен взять это с собой, когда летишь в США? Откуда ты ее достал? Где она была? Мы начали двигаться. Самолет сейчас взлетит. Я буду снимать позже. Пока. Это личная съемка Сана. Прошло 7 часов. Совсем скоро мы прилетим. Мы на борту самолета. Давайте посмотрим, что делают другие мемберы. Во-первых, Минги уснул. Юнхо смотрит Тора. А Хан Джун Хён сейчас работает. Где бы мы ни были, он работает. Хён потрясающий. Что ж, увидимся позже. После 12-часового перелета KQ Fellas наконец-то в Америке. Мы покажем вам больше американских тренировок KQ Fellas. Спасибо, что посмотрели это видео. За перевод благодарим фансаб-группу Reversed 8. Ссылка в описании.